Спасибо. I just want to say what a great privilege and honor it is for me to be invited to Vladivostok Film Festival. Хотел бы сразу же сказать, что для меня большая честь и привилегия оказаться и быть приглашенным на ваш кинофестиваль. Want to thank Yafin for inviting me. We nicknamed him the Don. Хотел бы поблагодарить Ефима Семеновича за то, что меня пригласил. Мы тут между актеров называем его Дон. You have to kiss his hand from now on. И, пожалуйста, прошу всех с этого момента целовать ему ручку. Or he's gonna get you. Пожалуйста, делайте это. Just now? Yeah. I wanted to also thank my great friend Bruno Rosado. Также хотел поблагодарить моего друга Брино Рассадо. He's right there. You know, I went on a wonderful little tour of the city today. Нам довелось по вашему городу сегодня проехать с экскурсией. And I was shown that the great actor Yul Brynner actually was born here. И мне сообщили, что великий актер Юл Бриннер, оказывается, родился в Владивостоке. I watched his movies when I was a boy, and I was fascinated to see his home and the statue there, and also was able to sail on the boat with his son Rock, right there. Еще мальчишка, я пересмотрел все фильмы с его участием, и сегодня, к своему большому изумлению, увидел его памятник. Также на экскурсии участвовал его сын, который находится здесь, Рок Бриннер. Love that hat. Со своей шляпой. Independent films and film festivals like this are extremely important. Независимые кинофестивали, подобные вашему, являются очень важным чем-то. It's a great honor to many people who might not otherwise be recognized for their work. Они являются важными, потому что для многих людей удается получить на таких кинофестивалях признание. I'm sorry about my shirt. Извините за то, как я представлен здесь перед вами в такой рубашечке. I promise next time to get a nice suit and I'll dress up a little more. Торжественно клянусь, на следующем мероприятии одетым быть очень хорошо в костюме, в пиджаке, как надо. How do you say that blue yellow bus? Is that it? Yellow blue bus. Thank you so much. Bye-bye. Большое спасибо. Должны признаться, что никакие организационные сложности, ни поиск денег не сравнятся по сложности с переговорами по участию в фестивалях, во всех фестивалях без исключения, со звездами кино. У каждого востребованного актера график расписан порой на много лет вперед. Например, к Брюсу Уиллису мы вели переговоры со многими звездами кино и отечественного, и зарубежного. К Брюсу Уиллису мы отправили одного очень опытного теле- и радио ведущего. Давайте посмотрим его репортаж, который он прислал нам из Голливуда. Дайте, пожалуйста, ролик. Владивосток! Каждый мечтает попасть сюда на фестиваль, даже Брюс Уиллис. Этот фестиваль самый горячий из всех фестивалей и самый дальний. Он супер-супер дальний. И вот Брюс. Брюс. Брюс Уиллис, который не смог сюда попасть, потому что сюда приехал Майк Мэдсон, сейчас скажет нам... Майкл. Потрясающе, но он все равно скажет, скажи, дорогой. Давай дальше. Ну, что ты там хочешь сказать? Майкл, ты свинья. На твоем месте должен был быть я. А мы продолжаем парад звезд, приехавших на наш фестиваль.
Сегодня этот актер представляет ближнее зарубежье. А совсем еще недавно он был нашим советским актером из Латвии. Дамы и господа, Арнис Лицитис! Добрый вечер, уважаемые зрители «Лавакар». Я действительно очень рад, что я очутился здесь, что меня пригласили на ваш фестиваль, тем более, что я в вашем городе впервые. Правда, я давно и довольно четко подбирался к вам, к вашему городу. Я уже два раза был в Благовещенске, но вот дальше как-то моя дорога, мои пути не пошли. Я уже отбросил эту мечту побывать здесь у вас. Но вот так случилось, что меня пригласили, и я вчера проделал полпуть через земной шар от Балтийского моря до вашего моря. Спасибо. Ну, мы актеры, я считаю, что мы гениальны, мы великолепно играем, нас снимают операторы, сильные, талантливые, профи в своей профессии, но чтобы действительно все это получилось интересным, нужен один человек. И этот человек называется режиссер. Я представляю приз лучшему режиссеру, и этот приз называется «Раковина». Лучшему режиссеру в среде таких же талантливых, интересных режиссеров. Дай Бог ему удачи. И мы продолжаем представлять призы 11-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Среди них есть один совершенно особенный, потому что он носит имя великого американского актера, родившегося в нашем городе. Постоянные участники фестиваля знают, о чем идет речь. Мы приглашаем на сцену человека, ставшего своеобразным талисманом нашего фестиваля – Рока, мистера Рока Бринера. Моя дружа. Hi, hi everyone. It's wonderful to think back 10 years to the first festival. Для меня большое удовольствие перенестись в своих мыслях 10 лет назад, в то время, когда был организован первый кинофестиваль. And I am so glad I spoke at the first night at the last festival. And I asked our good gubernator Miklushevsky to make sure that this year we would have the festival again. And I ask again that next year we have this wonderful festival that contributes so much to the city. На открытии прошлого кинофестиваля я обратился к нашему прекрасному губернатору Владимиру Владимировичу Миклушевскому с просьбой о том, чтобы фестиваль в этом году тоже обязательно состоялся. И вот он состоялся. Мы находимся здесь. And I am so grateful to the governor, so grateful to Mayor Pushkarios, and to all the people who make the festival possible. Я хотел бы поблагодарить губернатора, также поблагодарить мэра Пушкарева и всех тех людей, которые реализуют этот кинофестиваль.
If you think back 10 years, where I am standing right now, there was really nothing but goats here. Если вы перенесетесь в своих мыслях 10 лет назад тоже, то вот на этом месте, где я стою, не было ничего, абсолютно ничего. And so this year it is wonderful to be here at Ruski Island, and I don't need to tell you how much I have come to love this city, my second home. Я очень рад тому, что кинофестиваль проводится здесь на русском языке, на русском острове, и не мне вам говорить о том, как сильно я люблю этот город, Владивосток. Each year I present the Yul Brynner Award for the most promising young actor or actress in film. Каждый год на этом кинофестивале я вручаю награду лучшему и самому многообещающему актеру или актрисе кинофестиваля. And I think we all remember very well 2 years ago when I brought my lifelong friend and childhood sweetheart Liza Minnelli to Vladivostok. Я надеюсь, что все мы помним, как 2 года назад мне довелось привезти во Владивосток Лайзу Минелли, моего друга всей жизни и любовь моего детства. And it's an event that we all remember so fondly that tonight we can remember that moment a little bit better with some help from a very promising young Russian actress and singer. And let me offer her to present to you now a memory of 2 years ago. Thank you. Я очень хотел бы, чтобы все мы хорошо помнили, как она была здесь. И память эту я хотел бы восстановить выступлением прекрасной, молодой, многообещающей... По-моему, сюрприз. Лайза приехала снова. Извините. Актрисы. Актрисы и певицы. Пожалуйста. I make a brand new start.
Дамы и господа, актриса Приморского театра драмы Наталья Овчинникова.